Здравствуйте, Анна. Получила ваш файл и хочу ответить на ваш вопрос, почему же у вас не получается с брючками. Ну, тут как и предполагалось, то, что они у вас между собой не стыкуются. Сразу такой комментарий. Вы рисуете красным, и у вас красным же сделано выделение. Ничего не видно. Выделен, не выделен слой. На слое двойной щелчок делаете и выберите любой другой контрастный цвет. Для того, чтобы когда вы выделяете какой-либо активный объект на слое, он у вас подсвечивался ярким цветом, и вы понимали, что он выделен. Это важно. Что у вас происходит? Вы не можете их слить. Смотрите, если очень внимательно посмотреть, то у вас они между собой не соприкасаются. Это то, почему я всегда говорю очень аккуратно. Вы должны сделать так, чтобы объекты были наложены друг на друга. Вот если я смотрю, видите, линии, они идут рядышком, но друг на друга объекты не накладываются. В связи с этим программа их слить не может. Вы им говорите, вот у меня есть один объект справа, второй слева, слей мне их как-нибудь. Нет, она так не умеет. Ей нужно сказать, что вот два объекта, вот они наложены друг на друга, и мне, пожалуйста, их соедини. Поэтому аккуратненько все выделяете и двигаете точечку или обе. После того, как вы подвинули, щелочки не стало, и теперь вы смело можете их слить. Это частая проблема, которую не учитывают. Да, не видно, да, то, что там щелка есть, вот не видно. А вот вы приблизите, и вон она, смотрите, приблизьте посильнее, вон она есть. И слилось все. Попробуйте сделать то же самое самостоятельно. И опять же комментарий по поводу того, что делайте контрастным цвет, которым у вас происходит выделение, чтобы вы видели, что у вас происходит. Будут еще вопросы, обязательно задавайте. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.